Так, а здесь у нас ряд электричек Tesla, ну вот Tesla S, Tesla Y, Tesla Y, даже есть вон Mustang, Ford Mustang и вон Tesla X. Давайте я вам быстренько тоже их кругом-бегом покажу и потом еще парочку интересных автомобилей увидите дальше в этом видео. Итак, вот у нас, опять-таки, это просто, в данный момент мы информативно сейчас вам показываем, что будет продаваться. Вот 2020 года Tesla с пробегом 23 тысячи километров. Продажа, видите, 14 апреля. В Монреале у нас, видите, написано Манхейм, Монреаль. Точнее, 4 апреля. Вот, как вы видите, не 14, а 4. Завтра машины продаются. То есть сегодня у нас понедельник, 3 апреля. Вот. Вот такие красотулечки. И что можно вам сказать за вот эти электрички. То есть кто хочет электрические машины, еще раз повторюсь, у нас настроен механизм оплаты с Украиной. В Украину мы тоже можем привезти под ключ автомобиль, причем абсолютно любой, новый. Либо аварийный, либо БУ. Для Казахстана тоже новые автомобили без проблем. В пленке, вот сейчас будут выходить видеоролики на нашем канале с новыми машинами. Lexus RX новые, которые у нас постоянно спрашивают. Lexus LX. Значит, и Lexus LX. Вот эти 600. Toyota Tundra гибридные. У нас тоже постоянно спросит Казахстан, спрашивает. И Toyota Sequoia гибридные 2023 года тоже постоянно спросит. Поэтому обращайтесь, мы будем ролики записывать, показывать вам на нашем канале. И хочу обратить внимание, что мы это делаем под ключ. В Казахстане растамаживаем, доставляем под ключ в Алмату, потом в любой другой город. Значит, вот Tesla Model Y. Точнее, ну, если по-английски она звучит Y, Tesla Y. Вот она. 22 года. Всего 317 километров пробег. Ну, то есть новая машина. Тоже Dual Motor. Вот интересный салон у них. Бывают семиместные версии, бывают пятиместные. Машины новые, как вы видите. Кожа у них очень интересная, салон интересный. Управляет достаточно интересной такой машиной, если честно. Ну, то есть необычно чуть-чуть. И очень экономично, реально очень экономично. Потому что вы ездите за бесплатно. Ну, вот это вот пятиместная версия, как вы видите. Машина новая, машина в пленке. 300 километров пробег всего лишь. Вот 300 километров пробег. Тоже, да? 5 мест, ну, все. Тоже Dual Motor, да. Полный привод. Ну, в принципе, те же яйца, только в профиль. 285 километров, тоже новая машина. Абсолютно такой же, такая же комплектация.